Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим гречку с мясными шариками в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 280 грамм гречневой крупы, 500 грамм мясного фарша, 1 яйцо, 2 дольки чеснока, морковь весом 120 грамм, 100 грамм лука. Из специй я буду использовать карри и смесь перцев. Еще нам потребуется подсолнечное масло, соль и вода. Мелко порежем чеснок. Вот таким образом. Приготовим мясные шарики, смешаем фарш, чеснок, добавим яйцо, добавим 1/3 чайной ложки смеси перцев, чайную ложку соли и все хорошо перемешаем. Вот такой однородный фарш по консистенции должен получиться. Теперь руками формируем небольшие шарики размером примерно с грецкий орех. Вот таким образом. Руки лучше намочить, тогда шарики будут более аккуратные, более округлые. Мелким кубиком нарежем лук. Вот таким образом. Морковь натрем на крупной терке. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко, нажимаем старт, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось, отправляем обжариваться морковь и лук. Обжариваем одновременно. Прошло 5 минут с момента жарки, отключаем режим жарко, добавляем промытую гречневую крупу. Добавляем пол чайной ложки приправы карри, добавляем чайную ложку соли или соль по вкусу и добавляем шарики из фарша. Заливаем это все 550 миллилитров кипятка. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме рис, крупы, у кого-то варка, 35 минут. Нажимаем старт. Прошло 35 минут. Вот что получилось. Гречка и мясные шарики отлично приготовились. Гречка с мясными шариками готовится легко и просто, получается вкусная. Она отлично сочетается с любым салатом из свежих овощей. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!